Всем привет, дорогие друзья! Вот и дошло наконец-то до нашего трехосного тягача прекрасного китайского. Значит, что мы будем делать? Разберем его весь целиком. Так же, как с шишигой поступим, покрасим раму в черный цвет, колеса в черный цвет. А вот все остальное, недолго думая, я решил покрасить. Это нам уже не понадобится. 6-вольтовый аккумулятор. Будет у нас питаться это все от 7,2 никель-кадмиевого. Не хочет выниматься. Вот. Что же мы сюда будем ставить? Будем сюда ставить проверенную версию. Для начала ставим все пластиковое. Как на шишиге мы уже поняли, оно не живет абсолютно, от слова совсем. Поэтому будет тоже все удаляться. Поэтому ставим сюда вот такой вот моторчик до 12 вольт. Ставим сюда 9-граммовую серву. Я уже убедился, ребят, ее достаточно целиком и полностью. Ставим сюда 3 в одном рема хобби. То есть это и регулятор скорости, и приемник. Ну что ж, давайте разбирать. В этих моделях нам понадобится всего лишь одна крестовая отвертка. Первое, снимаем тент, так как он нам мешает пока. Вот куда-то палочку я уже делал оригинальную. Поэтому тент снимаем просто так. Снимается он легко, так же, как и одевается. Единственное, конечно, тент мне что-то вот уже не сильно нравится, да, потому что все-таки цифра. Вот. Но посмотрим. Возможно, я говорю, уже поменяем с шишигой его. Поставим на шишигу этот тент, а на шишиге, как более светлый, переставим сюда. Значит, серии будет две, ребят, красить не буду на камеру. Ну, не вижу никакого в этом смысла, если честно, покраски на камеру. Я думаю, каждый умеет красить. Так, надо нам что-нибудь с вами под винтики. Что бы нам взять? Что-то у меня начинают заканчиваться такие прекрасные вещи, как баночки. Много крестовых саморезов, то есть саморезов под крест. Смотрите, еще раз говорю, да, то есть сейчас мы просто занимаемся стайлингом, плюс ставим мотор, плюс ставим серву. Нашел на просторах Алиэкспресса, будет отдельная серия, про металлические части в мосты сюда. Честно, сюда не буду ставить, ну, потому что все-таки он... Не так мне нравится, как шишига, да, шишига мне нравится больше, хотя здесь и салончик сделан достаточно аккуратно. Вот, будет ставиться в шишигу. Также небольшой спойлер, возможно, у нас будет все-таки Урал нормальный, да, то есть, единственное, конечно, не ВПЛ, он от какой-то другой конторы, не менее китайской, вот, но очень хочется, мне очень он понравился. Хоть многие и хаят, говорят, что ну вот как-то оно вот могло бы быть и лучше. Ребят, опять моя рука в кадре, да? То есть ничего не видно. Ну, смотреть здесь, если честно, не на что. Снимаем наши пластиковые брызговики. Опять же, да, повторюсь, все здесь пластиковое. Все от слова совсем, да? То есть и мосты, и детали в мостах. Кстати... Люфты здесь
сумасшедшие. В принципе, наверное, если попробовать все вот это, вот так вот, подтянуть, будет намного веселее, потому что люфтов станет меньше на порядок. То, что я почти прав. Люфты уходят на глазах. Ну, люфты нас не пугают. Нас пугает здесь немножко другое, да, то, что, что сейчас люфты... О, сняли. Стандартная, да, то есть ничем не отличается от шишиговской. Значит, будет цвет, еще раз повторюсь, песчаный. Песчаный цвет. Так как мне он понравился. И плюс этот автомобиль в песчаном цвете должен смотреться получше. Ну, ничего не изменилось. Тоже такие же, все такие же детали, как в Шишиге. Ну, отличается, понятно, что отличается. Такими вещами, да, как вот зеркала очень сделаны аккуратненько. Бамперочек такой, да, то есть бампер, наверное, даже не буду портить. Потому что, в принципе, выглядит он неплохо, черного цвета. И останется он, соответственно, тоже черного цвета. Ну, отсюда уйдут все элементы непропорционального управления, которое у нас присутствует в данной тачке. И печалит нас сильно-сильно, да? Так... Остеклим кабину еще. В комплекте у нас было два стеклышка, но два маловато нам, да, то есть они предлагают их ставить только вперед. Я же хочу еще и назад, поэтому будут сделаны еще и назад. Возможно, сделаю и эти стекла, как у меня было сделано это в Шишиге. Так, что у нас здесь? У нас здесь свет, да, опять чудо-китайские диоды. Продолжаем снимать все подряд, все, что нам не надо. Компоновка уже проверенная на Шишиге будет. В кузове лежать аккумулятор. То, что было здесь в комплекте, мы использовать не будем. От слова совсем и от слова ничего. Потому что нечего использовать здесь. Если кому надо, ребят, пишите, могу выслать все это. Ну, понятно, что вышлю я, конечно, все это бесплатно, только за пересылку за ваш счет. Жутко. Все, конечно, такое прикольное. Так, вынимаем. Смотрим, подсветочка у нас. Подсветочку сняли. Вот у нас как здесь все сделано, да, то есть я так думаю, а я не знаю, если честно, как это все здесь крепится пока. Ну, это я знаю, да, как крепится. Но здесь нюансы будут, потому что здесь целиковое. Я думал, может, какая-то решеточка. Вполне возможно, придется очень-очень-очень долго сверлить какой-нибудь единичкой. Посверлим. Мы же не ленивые с вами, да? Посмотрим. Сейчас пока все разбираем. Все лишнее выкидываем. Все, что нам не надо. А не надо нам вся вот эта вот оказия. Вот эта вся оказия нам не нужна. Потому что она не имеет смысла. Что-то я говорю всякую чушь, да, скажете? Разбирай давай лучше.
Это на выброс, скорее всего. Ну, не надо нам это. Хоть вот вы упечальтесь. Так, продолжаем. Так, смотрите, разобрали. Осталось снять здесь мотор. И все, можно красить. Буду красить просто вот так вот. Не буду ничего снимать. Будет и выкрашено именно вот в таком варианте. Вот по поводу... Да, конечно, решение, ребят, нетривиальное. Вот по поводу, смотрите, люфтов. Видно, я думаю, хорошо на камеру. Видите, как ходит все? Давайте попробуем подтянуть. Проверяем. Понятно, что это не панацея. Смотрите, что получили. Просто подтянув. На порядок люфты стали меньше. Ходят мосты также хорошо. Все также прекрасно. Снимаем мотор.
Вот такое вот смешное. Устройство. Вот так вот оно отсюда вынимается. Кому интересно, кто не видел в прошлой серии. Вот так вот это вставляется туда. Здесь есть момент с карданом. Если не до конца вставить. Заметьте, я еще не одел. Да? Как он снимается? На самом деле снимается очень просто. Вот так вот. То есть просто мы его выпрессовываем. Все. Это откладываем. Достаем, вставляем, проверяем примерно. Все. Все, ребят, вот весь тюнинг мотора. Ничего больше нам здесь делать не надо. Решение абсолютно простое. Проще, наверное, даже не может быть. Ну, единственное, нам нужно сюда приварить два стандартных проводочка. Что же с сервой получается? Серво размещается у нас... Вот здесь вот. Вот так вот. Чтобы ее разместить, берем серву. Берем из комплекта с сервомашинкой. Чуть-чуть наживляем. Берем серво-тестер наш. Потому что разъем у нас здесь абсолютно стандартный. Берем вот такой вот блок, который на 4 розеточки. Ой, розеточки. Все, с ума, ребят, схожу уже. На 4 батареечки. Можно использовать аккумулятор от этой же модели, да, то есть он получается по вольтажу точно такой же. Но здесь это удобнее. Выставляем центральное положение. Отключаем. Все. Затягиваем. Пока мы здесь сидели, зарядился аккумулятор. Дальше нам понадобится устройство вандализма. Нам нужно откусить одно из ушей.
Чему откусить, сейчас покажу. Смотрите. Ставим ее вот сюда вот. Вот так вот. Она чуть-чуть сюда не помещается, напоминаю. Можно проверить вот по вот этому. Соответственно, откусываем кусочек. Потом ножичком облагородим. Еще раз. Все встало. Смотрите. Вот оно сюда встает вот так вот. Это здесь соединяем. Значит, как ее здесь закрепить? Пути здесь два. Здесь есть у нас отверстие. Сейчас проверю соосность еще разочек. Да, здесь все хорошо. Значит, есть отверстие вот здесь вот. Раз и два. Вариантов закрепить много. На самом деле, самый простой вариант, лично по мне, ввиду того, что у меня такого материала много, берем кусочек, опять моей руки, да, скажете вы, кусочек пластика ПВХ, вырезаем и на саморезы вот сюда вот прикручиваем. Но не просто прикручиваем, а еще и проклеиваем. Да, демонтаж сервы будет не такой удобный, но что мы получим? Мы получим то, что... Она все равно, если умерла, то умерла, да, ничего менять смысла нет внутри. Сняли, поставили другую и забыли. Серва, я говорю, стоит 60 рублей. Считаю, что при таких ценах вообще бессмысленно думать о ремонте и прочее, и прочее, и прочее. Вот, продолжим. Берем пластик. Я вот возьму такой вот. Это у меня здесь был ножичек. Красить буду вместе с сервой, чтобы закрасить тот тихий ужас, который я вижу. Я делаю кусачками, можете делать ножничками и как вам угодно вообще. Ножичком. Что я делаю? Сейчас покажу вам. Чтобы поплотнее все это разместить. Вот как-то так. Теперь, значит, мы лишнее убираем. Это нам не надо. Берем два самореза. Раз, два. Но этого нам мало. Нам нужно просверлить отверстие, либо взять что-то типа шила и сделать, обязательно сделать какие-то отверстия. Потому что ПВХ вещь такая. В нем очень легко все это делается. Настолько привыкаешь к легкости работы с ПВХ, что периодически хочешь с пластиком такое же, но это невозможно. Значит, ставим. Пока не проклеиваю, да? Почему пока не проклеиваю? Потому что пока не знаю, как-то все встанет. Поставил. Теперь, значит, делаем отверстие здесь.
берем наш саморез. Затянули. Вот я вам могу сказать, что даже не проклеивая, она только, видите, назад двигается. Но это легко победить. Это вообще не проблема. Единственное, нам нужно выровнять ее, да, чуть-чуть. Вот так вот. Соответственно, нужно будет сюда, вот сюда сделать упор, чтобы она никуда не сбегала. Сейчас мы примерно наживим чем-нибудь. Например, даже вот таким вот можно саморезиком попробовать наживить. Да, возможно, получится. Не получается. Надо что-то остренькое. Не хочет пластик вкручиваться. В то же время маленькое, но остренькое. Показываю. Берем наш сервотестер. Подключаем его. Подключаем. Я думаю, вам видно, все хорошо. Сама сервомашинка стоит намертво. Все, сервомашинку установили. Все, дорогие друзья, пошел красить всю нашу красоту. Мотор стоит, сервомашинка стоит. Все, в следующей серии собираем уже покрашенное. Спасибо, пока.